Строительство нового водовода вдоль улицы Речной завершат в 2021 году в Магадане. Напомним, проект реализуют в рамках федеральной программы «Чистая вода». Протяженность нового водовода более 3 километров. По словам специалистов, новый источник обеспечит качество питьевой воды для жителей микрорайона Пионерный на ближайшие 50 лет. Стоимость проекта более 70 миллионов рублей. Сейчас рабочие прокладывают трубы. Они уже сделали просеку порядка 2,5 километров и начали укладку труб. Еще раз говорю, что этот объект обеспечит надежное водоснабжение поселка микрорайона Пионерный города Магадана. Строит новый водовод компания «Тепломонтаж». Сдача объекта намечена на сентябрь 2021 года.